Экспресс-бабушки Чувашии приходят на помощь семьям с маленькими детьми уже более 2 лет. Социальный проект под таким названием, объединивший волонтеров серебряного возраста, вошел в число финалистов Всероссийского конкурса «Лучших практик социально-экономического развития субъектов России». Экспресс-бабушки сидят с маленькими детьми, помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проект комплексного центра социального обслуживания населения города Чебоксары дает возможность женщинам на пенсии быть вновь востребованными и полезными. И доказывает, что у волонтеров нет возрастных границ. Практика чувашских бабушек получила одобрение большинства членов жюри всероссийского конкурса и оказалась в числе более чем 20 финалистов. Стоит отметить, что на конкурс в 2017 году поступило 500 заявок. Вместе с бабушками в номинации создания условий для развития волонтерской деятельности проекта Калининградской и Саратовской областей. Победителей назовут в Сочи 15 февраля на Российском инвестиционном форуме.